Там вот просто льется водичка, все ее берут. Набрали водички. Сейчас немножко прогуляемся. Заехали в монастырь под Боржоми. В Боржоми было шумно, тесно. А здесь тихо, спокойно, умиротворенно. Монастырь, кстати, называется Зеленый монастырь. Простенько, со вкусом. Вот так вот. Своим любимым занятием. Тырит растущие вдоль дороги
в настоящий момент сливу.